Да. Волею судеб попал на спортивный объект школы номер 27. Давно здесь не был. Я напомню, первый проект по созданию такого спортивного кластера возле школьных, на школьных территориях. Состояние весьма прискорбное. Рекордан, можно сказать, скорее его нет, нежели чем он есть. Очень печально. Первый объект, который в свое время озвучил Вячеслав Викторович Володин. Здесь, я помню, на той площадке вот еще с бывшим главой города Саратова Исаевым Николаем Васильевичем Панковым играли в волейбол. Площадка была совершенно недавно в нормальном состоянии. Здесь вот на беговых дорожках уже и нет рекордана. Сетка футбольная хуже, чем старая рыболовная сеть. Дыры и дыры. Поле тоже в ужасном состоянии. Вот посмотрите, рекордан шматками откалывается прям. Здесь уже ничего и не осталось живого места. Это так можно. Ну, есть, конечно, поля и похуже, понятно, в селах и так далее, просто грунт. Но так не следить за объектом — это позор. Рекордан валяется весь на щебне. Здесь вот беговая дорожка тоже в жутком виде. Зрительские когда-то новые сидушки либо исчезли. Скорее всего, либо исчезли. Остановимся на этом. Практически нет. Сами козырьки. Вот риф, кость, все уже согнули. Хотя напомню, что этот объект закрывался ранее. На ключ была дверь. То есть жители жаловались, что сюда не пускали. Ворота тоже ужасно стояли. Нужно было хотя бы покрасить перед сезоном, в сезон. Все облупленные. Ну, поле сами видите. Вот эти как лохмотья, как будто какая-то это заброшка. Вот эта геоткань по всему периметру торчит, как выбитые зубы тряпки. Вот на этой площадке играли в волейбол. Нет, вся она стерлась. Рекордана тоже нигде нет. Сетка вся убитая. Ну и нет ворот и дверей, которые были раньше. На замок закрывались. Печаль.